Будьте осторожны, господин президент. Стоять! Руки вверх и повернись! Как пройти в библиотеку? Это не библиотека. Идиоты. Ладно, придется пройтись пешком. Кто ты? Идзин. Прочти или умри. Проснись. Алло. Ридман слушает. Да, я Мико Ридман. Да, это я. Да? Да, абсолютно свободно. Да, прекрасно. Я в вашем распоряжении. Секундочку. Уборка. Да, пишу. Да. Да, 12-го на следующей неделе. Да, ровно через неделю. Ну что вы, спасибо. Большое спасибо. Есть. Капитан Галактики, подлинник. На черный день. Съешь меня. Закрой дверь.
Наш почетный покупатель. Если увидите ее, поздоровайтесь. Книги Тото. Бессмертная возлюбленная, немецкий язык. Постойте, не берите ее. Почему? Потому что я ее покупаю. Ну, вообще-то, я первая ее взяла. Всего хорошего. Вот это, пожалуйста. 3500 йен. Ой, простите, можно я заплачу в конце месяца? Бессмертная возлюбленная. Бежим скорее! Бежим! Я забираю ее. Это она. Что случилось? Пожалуйста, верните книгу. Я только начала ее читать. Мерзавка. Неужели опоздал? Йомика. Джокер! Йомика, ты что здесь делаешь? А ты? Что ты здесь делаешь? Понятно. Значит, она у тебя. Что? Вообще все это значит? Объясню потом. Йомика. Вернее, лист. Идем со мной. Что? Зачем? Книга пока побудет у меня. Я же
еще не дочитала. Верну, как только проведу анализ. Да что здесь происходит? О, боже. Мир в опасности. Привет, Джокер, быстро ты. Пол, пожалуйста, осмотри ее внимательно. Хорошо. В окружении книг ты сияешь, словно солнце. Правда? Однако, остальное требует доработки. Джентльмен тебя ждет. Мистер Джентльмен, лист здесь. Йомико, да? Давно не виделись. А ты выросла. Позвольте ввести вас в курс дела. Конечно. Итак. Два дня назад в Вашингтоне появился неизвестный человек. Он разрушил несколько зданий, среди которых библиотека Конгресса Соединенных Штатов. Похитив 600 ценных изданий, он скрылся в неизвестном направлении. Книги? Да. Мы получили официальный запрос из библиотеки Конгресса. Оказать содействие в поисках преступника и похищенных книг. Однако, в этом деле не все так просто. Судя по этим снимкам, таинственный преступник... В общем, вот... Этот прибор создал известный японский изобретатель Генэй Хирага. Мы считаем, что наш воришка никто иной, как Генэй Хирага. Но Генэй Хирага умер несколько лет назад. Да, совершенно верно. Год назад ДНК всех членов ИДЗИН были украдены из Института хранения генетического материала. Имя Хираги фигурирует в списках украденных ДНК. Кто-то воскресил Генэй, используя его клетки. Теперь он не только жив, но и обладает нечеловеческими способностями. И что ему нужно? Неизвестно. Записная книжка человека с саранчой оказалась жизнью насекомых Фабра. Тот, у кого мы отняли книжку, клон Жана Анри Фабра. Но почему Фабр напал на меня? Ты ему не нужна. Он охотился за этой книгой. Это первый том. Второй том украли из библиотеки Конгресса. Джентльмен, кое-кто задумал что-то грандиозное, раз отважился воскресить Идзин. Позвольте мне уладить это дело. Хорошо. Благодарю. Департамент секретных операций Национальной библиотеки Великобритании начинает операцию «Редкие книги». Простите, а я тоже участвую? А как же иначе? Но у меня работа. Со следующей недели я заменяю учительницу, уходящую в декрет. Как считаешь, что важнее, спасти мир или выйти на работу? Но найти работу очень сложно, даже когда в мире все спокойно. Обещаю щедрую компенсацию. Но этого недостаточно. В этом месяце я изрядно потратилась на книги. А за эту книгу я вообще не расплатилась. Да, вы совсем не изменились. Все так же импульсивны. Ладно, в качестве премии я отдам вам второй том этого издания. Вы серьезно? Да. Отлично. Вы уверены? Главное пообещать. Что это значит? Книгу. Сначала я проведу исследование. Но... Джентльмен, для этой миссии мне потребуется еще один агент. Хорошо. Дрейк Андерсон слушает.
Черт. Значит так, утром я заглянул в свой гороскоп. Там сказано, большая удача. Слышишь, удача. Но в середине дня мне позвонил этот болван Джокер и приказал прикрывать тебя. Если это и есть большая удача, что же происходит, когда выпадает большая неудача? Ой! Дрейк! Работа не ждет, выходи. Да, да. Мистер Андерсон, на минуточку. Бедняжечка. Что у вас? Очень странное обрушение стены. Здесь нет следов пороха или иных взрывчатых веществ. Простите, а другой агент уже здесь? Понятия не имею. И что? Так вот. А каковы мои дальнейшие действия? Сидеть молча и не отвлекать остальных. Отдохни, помечтай или еще чего. Так, что дальше? Комната в один момент превратилась в печь. Лазерная пушка. Посидеть, отдохнуть. Фонарни, письма к ассамблее. Мундус символикус, Пиццинелли. Мамочка дорогая. И Густав Флабер тоже здесь. Вы? Вот мы и встретились. Лист. Так вы? Мисс Дип. Дип? Я много слышала о вас, но не ожидала встретить вас в Токио. Вы тоже искали ту книгу? Мне ее заказал Джокер. Но я не знала, что вы и есть та самая агент Лист. Меня зовут Йомико. Йомико Ридман. Ясно. Простите, а вас как зовут? Я же сказала. Мисс Дип. А настоящее имя? Агент не называет свое настоящее имя при первой встрече. Понятно. Для агента вы недостаточно бдительны. Но как же мы подружимся, если я не знаю вашего имени? Мы работаем в паре только на этом задании. Кодового имени достаточно. Ясно. Что ж, приятно познакомиться. Мне тоже. Что? Вот мое оружие. Я проникаю глубоко в субстанции и прохожу сквозь них. Вот почему меня зовут Дип. Ты не контролируешь ситуацию, и твои листочки полная чушь. Простите, я... Мои очки... Признаю, ты способная. Да? Я Отто Лилиенталь. Эта книга моя. Что? Ветер пулей не убьешь. Ветер вообще бессмертен. Неудачный день. Дрейк! Он забрал книгу! Что? Я найду его! Он член группировки Зинь. Доложите. Это кто? Ой, это мой партнер. Мисс Дип. А у вас сегодня удачный день? Что? Не пересекать. Посторонись, посторонись.
Говорит Мэллоун из ФБР, соедините с Пентагоном. Войдите. Я нашла данные. Это был член банды Идзин. Его имя Отто Лилиенталь. Так кто он? Его называют воздушным королем Германии. Мистер Джентльмен? Он гений поколения авиаторов. Этот гений летит на Нью-Йорк с феноменальной скоростью. Эхо, 1, 2, 3. Цель обнаружена. Это неизвестный летающий объект. Стреляйте немедленно! Нагнать меня на таком ведре с болтами? Еще один. Эхо 1, 2 и 3 сбиты. Да, американцам сильно досталось. Стандартными уловками его не возьмешь. Моя книга. Моя книга. Всем подразделениям на цель. Всем экипажам приготовиться к бою. Открывать огонь при визуальном опознании. Самурай! Вертолеты уничтожены. Прыгай! Что будем делать? Нам его не поймать. Знаю. Но должен быть способ. Придумала. Предлагаешь лететь на этом? Невероятно. Быстрее! Возьми-ка. Такой со мной впервые. Если упадете, я не виноват. Виноват. 3, 2, 1. Огонь! От этой девицы одни неприятности. Что происходит? Простите, кажется, я забыла сделать хвост. Неплохой взлет. Я думала, мы падаем. По-моему, пора возвращаться. Не надо меня недооценивать. Сейчас я покажу, почему меня называют воздушным королем. Ой, нет! Бумажный самолет. Какое убожество! Убожество! Он там что-то прицепил! Стопор! Стопор! Вдребезги! Держитесь! Вот черт. Нехорошо. Пипс, меняем тактику.
Хорошо. Готово. Пожалуйста. Падай, падай, умри. Ах ты, ведьма, летать тебе на метле. Что? Книга, верните ее, пожалуйста. Верни немедленно! Чёрт! Лист! Книгу! Здесь твое небо заканчивается. Умри! Умри! Книга! Какая же ты все-таки идиотка. Ты что, никогда не думаешь о последствиях? Для тебя книга важнее собственной жизни? Хотя, знаешь, на идиотку ты не тянешь. Большое спасибо, мисс Дип. Нэнси. Нэнси Мукухари. Но ведь... Теперь можно. Честно говоря, ненавижу свое кодовое имя. Какое-то оно грубое. А меня зовут Йомико. Йомико Ридман. Да, ты уже говорила. Он и умер, как полный идиот. Ладно, надо отчитаться. Эту запись мы получили 18 часов назад. Спутник, который сделал эту запись, был уничтожен. Причина неизвестна. Опять дело рук Эдзин. Кто они такие? Пока не ясно. Мы работаем над этим. Слишком много неясностей. Кстати, украденные книги обнаружены на одном из рынков в Индии. Агенты Лист, мисс Дип, свяжитесь с продавцом по имени Джахал. Возможно, удастся выйти на след Эдзин. Есть! Если вступите в контакт с кем-то из Эдзин, постарайтесь захватить его живым. Да! Да! Войдите.
я принесла результат исследования записи бессмертной возлюбленной. Спасибо. Оставьте здесь. Простите. Стивен. Что это? Кусок двигателя машины Лилиенталя. Мы нашли его в Нью-Йорке. А Стивен, это такая фабрика? Мы выясняем. Но ни в Великобритании, ни в Штатах такой фабрики нет. Ой. Простите. Ничего страшного. Венди. Да. У меня есть для тебя работа. Успокойся. Люби меня. Сегодня, вчера. Сколько слез я пролила из-за тебя. Ты моя жизнь. О, пожалуйста, люби меня. Здесь так написано. На форзаце. И что с того? Подумаешь, какие-то каракули. Мне кажется, эти слова я уже где-то слышала. Какая грязная книга. Она ж старая. И закладка тоже. Она мне больше нравится. Она правда? Тебе нравится? Что? Ну да. Возьми, она твоя. Ой, спасибо. Я делаю такие подарки своим близким друзьям. И ты тоже стала моим другом, Нэнси. Спасибо. Я сохраню ее. Носи ее с собой и всегда будешь здорова. А если вложишь ее в любовный роман, обретешь удачу и любовь. Я не читаю любовных романов. Лучше любить по-настоящему, чем читать о любви. Да, наверное, ты права. К сожалению, в настоящей любви все не так гладко, как в книгах. Нэнси. А ты как считаешь, что лучше любовные отношения, которые порой складываются не так, как мы хотим, или красивая романтическая история со счастливым концом? Прости за глупый вопрос. Пойду вздремну немного. Сейчас я бы искал для Мэгги красивые сари, если бы не это задание. Мы приближаемся. Отлично. Готовьтесь к всплытию. Я нашла ответ на твой вопрос. Я считаю, что настоящее чувство всегда лучше выдумки. Конечно, переживания в любви неизбежны, но каким бы ни был роман, главная героиня в нем всегда ты. Хватит нести всякую чушь. Мы на задании. Сконцентрируйся на работе. Хорошо. Смотрите, смотрите! Давай! Вперед!
Нэнси Макухари, 26 лет, родилась в Японии. После окончания Кембриджа поступила на работу в Скотланд-Ярд. Через год зачислена в департамент секретных операций Национальной библиотеки. Порочащих записей в личном деле нет. Вообще-то, ничего подозрительного в ней не вижу. Может быть, вы зря волнуетесь? Порой безупречная репутация более сомнительна, чем запятнанная. Попробуй еще раз. Копни глубже, будь внимательна к мелочам. Не стесняйся в средствах. Хорошо. Алло, Джокер слушает. Мы около магазина Джахала. Прекрасно. Осмотрите все, что попадется на глаза. Я рассчитываю на вас. И верю в вас. Господин Джахал. Может, он вышел? Заходим. Чувствуешь запах гари? Досконально изучите магазин. Есть. Эй, мы заходим. Отзовитесь, здесь есть кто-нибудь? Вы на работе, агент Лист. Ясно. Господин Джахал, вы здесь? Что это? Что у вас? Идзин здесь. Меня зовут Гендзя. Сайтен Гендзя Санзо Хоси. Гендзю? Немедленно проверить имя. Вы тоже пришли за нашей книгой? Верно. Сначала мне была нужна сутра. Но и эту книгу я заберу с собой. На буддистов ваше оружие не действует. Сдавайтесь немедленно. Уходи без меня. Нэнси! Быстрее! Прочь, женщина! Результаты поиска по имени Гендзю. Информация о преступнике. Гендзю – монах, живший в 7 веке. Он прибыл в Индию и привез с собой священную книгу буддиста. Персонажа зовут Саюки. Я читала ее в детстве. Саюки – полный вымысел. Однако у него при себе посох Ниоба. И еще он обладает огненным дыханием. Прошу вас, возвращайтесь на подлодку. Но я волнуюсь за Нэнси. Не волнуйся за себя. Я в порядке. Нэнси! Я достану книгу, во что бы то ни стало. Он летает на облаке. Скоро ты их увидишь. Да, уже вижу. Стойте! Сюда! С дороги! Эй! Простите за беспокойство! Разрази вас гром! Что такое? Что? Возьми крупнее. Что это за пара? Стивен.
Стивен. Прыгай! От меня не уйдешь. Этим ты меня не возьмешь. Нанси, Нанси! Отдай мне книгу. Агенты! Да? Подведи его на 20 метров дальше, мы атакуем его торпедой. Есть! Какое из орудий готово к бою? Орудие номер 4. Отлично. Готовность 3 секунды, дистанция 50 метров. Четвертое орудие к бою. Еще 7 метров. Он остановился в 7 метрах. Получай! От меня не убежишь! Он движется! 5 метров! 4, 3, 2, 1! Огонь! Отлично! Ура! Цель на радаре. Он еще жив. Пощады не будет. Вами я займусь позже. Ждите. Пожалуйста. Нэнси, надо бежать. Ты сможешь. Даже не думай. Убежать труднее, чем побороть его. Прости. Но... Похоже, у нас нет выбора. Сложно, но можно. Я постараюсь обезоружить его. А ты нападешь на него, пока я буду его отвлекать. Хорошо. Выходи, лист. Попалась!
Это ты попался. Женщина! Ты! Давай лист! Да! Полном. Но ведь... Но... Книга! Книга? Книга! Книга! Нэнси! Она моя! Я победил! Лист! Мурата! Поймал! Книга! Моя книга! Верни мне посох и покончим с этим. Отлично. Я думала, ты так и не очнешься. Прошло целых 2 дня. Я так долго спала. А ты? Я так рада. Прости. Из-за меня они забрали книгу. Не волнуйся. Мы обязательно вернем книгу. А ты у нас одна такая. А теперь мне надо немножко поспать. Спокойной ночи. Что означают записи на полях? Нам пока неизвестно. Сейчас мы пытаемся расшифровать ноты с помощью новой программы. Дайте знать, как получите результаты. Есть. Да, кстати, Элиас с вами? Секундочку. Точно. Что случилось, Джокер? Прости, я перезвоню позже. Сегодня, вчера, сколько слез я пролила из-за тебя. Это Бетховен. Его записки к бессмертной возлюбленной, которые обнаружили после смерти мастера. Эти записи совпадают с каракулями на форзаце. Ясно.
Как только мы идентифицируем почерк, станет ясно, принадлежала ли эта книга Бетховену. Но зачем преступникам книга Бетховена? Это пока не ясно. Я планирую новую операцию, как только агент Лист и ее команда вернутся. Дрейк, ты тут новый чемодан не видел? Не видел. Он на улице. Спасибо. Ты в порядке? Конечно. Ты за кого меня держишь? Большое спасибо. Итак, игроки готовятся к девятой подаче. Требуется всего одна пробежка. Отбивающий в этой игре... Да? Эй! Это же девятая симфония Бетховена. Ода радости. Кто это, интересно? Подозрительные радиопомехи со всех местных установок Соединенных Штатов. Источник в Тихом океане, рядом с Гавайями. Эй, все меня слышат? Меня зовут Икию. Я лидер этой группировки. Пишите. Наше поколение вымирает от голода. Это Идзин. Погибает в войнах, но на Земле еще достаточно жителей. Это моя книга. Но знаете, по-моему, их даже слишком много. Этим миром может управлять лишь небольшая группа людей. Вам удалось связаться с нашим агентом? Не получается. Сигнал слишком мощный. Пустите, пожалуйста. Это срочно. Конечно, наша идея не нова. Но всем вам необходимо задуматься, как лучше избавиться от такого количества бесполезных людей. Биохимическое оружие грязно действует. Ядерное оружие уничтожит всех и вся. Но я разработал собственный план. Хотите узнать, какой? Торопиться некуда. О нем узнают все, даже те, кто не хочет. Джокер! Но к этому времени все вы будете мертвы. Джокер, это срочно! Нэнси Макухари умерла еще в колледже. Не стоит волноваться. Без вас мы создадим лучший мир. Да, мы те, кто останется жив. Пора и тебе возвращаться, Нэнси. В смысле, Мата Хари? Взять ее! Нет, подождите! Нэнси! Ты слишком доверчива, агент Лист. Я сказал взять ее, Дрейк! Сдавайся, тебе некуда бежать. Ты за кого меня принимаешь? Прощай, Листик. Прекрасно. Это неправда. Не может быть. Джокер. Слушаю. Мы прекращаем операцию «Редкие книги». И начинаем операцию по уничтожению группировки Идзин. Немедленно. Армия, флот и авиация в вашем полном распоряжении. Если потребуется помощь иностранных союзников, используйте мое имя. Справитесь?
Разумеется. Департамент секретных операций Национальной библиотеки Великобритании прекращает операцию «Редкие книги» и начинает операцию уничтожения группировки «Идзин». Объявляю экстренное совещание через 5 минут. Установить систему в режим ожидания уровень B. Задействовать всех агентов, в том числе резервных. И вот еще. Приготовьте мне чашку чая. Да, конечно. Сию минуту. В направлении 2 часа крепость. Расстояние 3000. Это крепость Идзин. Крепость Идзин движется через Тихий океан на юг. Скорость 10 узлов. ВМС США ведут наблюдение за целью на дистанции 7000. Только что получено разрешение ООН. Спутники наблюдения настроены. Жду подтверждения системы G. Ответа от Северной Кореи пока не поступало. Нет, только что пришло. Американцев я как-нибудь удержу. Но смотрите, не наделайте глупостей. Во имя Британской империи. Наблюдение за крепостью затруднено из-за сильных испарений. Модель крепости готова на 4%. Погода в радиусе 50 километров в норме. Говорит мать Гусыня, через минуту будем над целью. Понял. Проведите осмотр с безопасного расстояния и передайте картинку. Силовой отряд, готовность номер 1. Пока могу сдерживать агрессию некоторых вовлеченных стран. Система G, синхронизация 100%. Система связи готова. Связь, метеорология, внешняя связь, анализ, медицина, поиск. Все системы в полной готовности. Простите, что заставила ждать. Итак, начинаем операцию уничтожения группировки Идзин. Агент Лист, Дрейк, как только моделирование крепости Идзин будет закончено, вы должны будете проникнуть внутрь. Есть! Я готова! Прекрасно. Ждите команды. Ты сама на себя не похожа. Я очень хочу увидеть Нэнси. Увидеть ее и спросить, почему? Хочу дать тебе один совет. Главное – успешное завершение миссии. Что? В крепости зафиксировано движение. Это ловушка. Ворота крепости открыты. Почему бы нашей разведке не зайти? Их чрезмерная самонадеянность нам только на руку. Алекс, когда будет готова карта? Через 7 минут. Сейчас внесу источник тепла и вышли версию Альфа-1. Джокер, аналитики сообщают, что закончили анализ записи на полях книги. Они высылают полный аналитический отчет по нотным записям. Принято. Мать Гусыня, определите точки вторжения. Нэнси! Нас атакуют! Повреждение правого крыла! Отступайте на безопасную дистанцию. Пульт управления. Жуки! Это жуки! Нас атакуют жуки! Мать Гусыня сбита. Это только первый раунд. Мы только начали. Сохраняйте спокойствие. Вы в порядке? Да, но мне жаль пилота.
Итак, что делать дальше? Мы создали модель крепости по фотографиям со спутника. Готовность номер один до получения внутреннего строения объекта. Будьте осторожны. Есть. Эй, ты что, глухая? Я все слышала. Но надо торопиться, иначе Нэнси... Она шпион. Это неправда. Успокойся. Пожалуйста, нарывайся, сколько влезет. Только меня в это не втягивай. Я собираюсь купить подарок Мэгги и спокойно вернуться домой. Кроме того, нельзя терять бдительность на территории врага, иначе обязательно угодишь в ловушку. Дрейк! Большое вам спасибо! Агент Лист, Дрейк, что у вас? Бездельник мертв. Женщина по имени Лист уснула. Что с Дрейком? Его сигнал исчез. Джокер, тебе тяжело? Никак нет, сэр. У нас достаточно вариантов. Например, мы можем дать карт-бланш Америке. Нужно время. Я исправлю ситуацию. Любым способом. За нами наблюдает весь мир. Провал равен смерти. Заканчивайте моделирование крепости. Главы других стран ничего не должны знать об этом инциденте. Я продумаю меры противодействия. Ну что, очнулась? Тебе, наверное, холодно. Прости. Но твои способности могут помешать мне. Как же так? Ведь вы были величайшим философом, писавшим о любви. Зачем вам все это? То было в моей прошлой жизни. Но я обнаружил в себе призвание руководить. Я понял, что могу применить свои идеи на практике в этом мире. Но это не повод подвергать опасности всех остальных. Вы хотите искоренить человеческую расу? Но как? Простите, я бы хотела забрать отчет по нотным записям. Джокер! Симфония самоубийства? Правильно. Язык, раса, интеллект. Все это бред. Лишь одно способно захватить все человечество разом. Райская симфония. И лишь один человек способен написать ее. Только он. А величайшее достижение моей жизни — план уничтожения всего человечества. Никакое это не достижение. Это массовое кровопролитие. Хуже него ничего не может быть. Я знаю, но ничего не могу с собой поделать. Такова человеческая натура. Зря теряешь время. Это бесполезно. Кстати, хочу тебя кое с кем познакомить, пока мы не начали. Нэнси! Нэнси? Ведь ты не предательница. Это ложь, правда? Ты ведь все подстроила, чтобы захватить их, да? А ты умеешь убеждать людей. Смотри, она все еще в тебя верит. Все это время она была моей. Но, кажется, ты успела ей понравиться. Йомико, прости меня. Если это...
настоящая любовь, о которой ты говорила, то я понимаю твои чувства. Но ведь он преступник. Нэнси, если ты действительно любишь его, ты должна заставить его понять, что... Превосходная речь. Конечно, лучше выговориться до смерти. Что? Ты обещал, что не тронешь ее. А я ее и не трону. Но такая она нам не нужна. Я возьму ее ДНК и сделаю себе ее клон. Как сделал твой. Нэнси! Нэнси! Привет. Когда эмоции берут верх, человек становится уязвимым. Пора и тебе измениться. Ты не станешь обращаться со мной, как с этой предательницей? Отныне и вовеки я женщина и Дина. Так это была ты. Мне надоело всегда быть второй. Остановись, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Она мертва? На дне океана ей самое место. Скукота. Надо было вырвать ей сердце. Я никогда тебе этого не прощу. Выходит, их план – уничтожение человечества с помощью симфонии самоубийства Бетховена. Совершенно верно. Самое лучшее место для трансляции симфонии – верхняя часть стратосферы. Если правильно подобрать длину волн, звук покроет всю планету. Им потребуется мощная ракета. Экватор. Скорее всего, они пустят ракету вдоль экватора. Вот почему крепость движется на юг. Значит, их стартовая установка недалеко от экватора. Проверьте ее местонахождение через спутник. Есть. Что будем делать, когда обнаружим их, Джокер? Запросим подкрепление у американцев. Разрушим крепость вместе с ракетой. На данный момент это лучшее решение. Но как же тогда Юмико? Ее датчик работает. Сигнал прервался. Но это не значит, что... Жизнь всего человечества находится под угрозой. Агент Лист. Джокер, говорит Дрейк. Дрейк? Дрейк? Так ты выжил. Расстроился? Что случилось с агентом Лист? Захвачено противником. Живой или мертвый, неизвестно. Ясно. Но о ней потом. Сейчас задача уничтожить реактор крепости и остановить запуск ракеты. Так пришли карту. Алекс, высылай. Ох уж эти женщины. Куда она подевалась? Джокер, Пентагон запрашивает разрешение на штурм. Какая честь, господин президент. Нет, прошу, дайте нам еще немного времени. Именно сейчас мы проводим операцию. Прошу меня простить. Тепловая энергия внутри крепости растет. Что такое? Американцы атакуют.
Увеличьте центральную часть объекта. Есть. Ракета. Эй, вам хорошо видно? Как выглядит ваша смерть? Всем сюда, огонь! Такими железками крепость не уничтожить. Крепость надежнее, чем вы ожидали, не так ли? Господин президент, надо отступать. Я не буду с вами драться, идиоты. Давайте атомную бомбу. Но тогда пострадает наш флот. Заткнись. Скоро мы повеселимся от души. Он обезумел. Остановите его. Крепость раскроется ровно через час. Стрелка сделает полный круг, и мы вместе увидим потрясающий фейерверк, который я жду с нетерпением. Дрейк, Эдзин готовит акустическую атаку с орбиты. Уничтожь источник энергии, пока пусковая установка полностью не открылась. За это вам, ребят, придется раскошелиться. Мэгги, день явно не задался. Нара. Прекрасно. Отлично, будем драться на мечах. Я же все-таки самурай. Агент Лист. Агент Лист. Юмико-сан. Это Юмико. Дрейк, Лист справится сама. Возвращайся к выполнению задания. Интересно. Это от Джокера. Агент Лист, ты цела? Дрейк, одолжи мне это. Не забудь потом вернуть. Верни во что бы то ни стало. И конец. Рановато. Проклятье. Вот теперь конец. Алло, это Национальная британская библиотека? Говорит агент Лист. Гэнай Хирага обезврежен. Жду дальнейших указаний. Да! До запуска ракеты очень мало времени.
Найдите и уничтожьте остальных членов банды. Остановите запуск ракеты любой ценой. Принято. Неужели взрывчатка не помогла? Что ты делаешь? Хулиганить нехорошо. Откуда здесь дети? Я все-таки восхищаюсь этой девчонкой. О, как страшно. Разберись-ка с ней ты, Нэнси. Со мной этот фокус не пройдет. Умри. Ты всегда любила запугивать жертву. Что ж, благодаря твоей страсти, я выжила. Уходи отсюда немедленно. Но... Вспомни, зачем ты здесь. Иди, выполняй задание. Ты будешь драться со мной. Джокер! Ракета готова к запуску. Останови ее. Сделай это, агент Лист. Четыре минуты. Тебе слово, Джокер. Только скажи, мы атакуем крепость с военных спутников. Таким образом, мы поставим под удар Тихоокеанский флот. Прошу, предоставьте это дело нашим агентам. Хорошо. Очень хорошо. Еще два. Крепость остановилась. Простите. Это я тоже предусмотрел. Он обманул. Где агент Лист? Связь потеряна. Он так счастлив. Просто сердце радуется. Ты?
Остановите ракету! Сдавайтесь! И верните мне книгу, пожалуйста! Ты с ума сошла? Книгу! Стой на месте! Зачем она тебе так нужна? Что? Король тигр! Вперед! Книга стоила тебе жизни. Ты милая девочка, но пришла пора прощаться. Нэнси? Нэнси! Нэнси! Йомико. Чтобы поразить врага, введи в заблуждение союзников. Ты меня напугала, глупая. Если бы я не знал твоих приемов, взлетел бы на воздух вместе с ними. Ах ты! Я же сказала, чтобы поразить врага, введи в заблуждение союзников. Нэнси! Ты предала меня! Я отплатила тебе той же монетой. Еще немного, и мир разлетится. Мне плевать на этот мир. Только рядом с тобой я была бы полностью счастлива. Агент Лист, остальное на твоей совести. Есть. Зачем тебе все это? Я любила его. И хотела быть с ним рядом всегда. Всегда. Теперь надо убираться отсюда поскорее. Но как? Выбора нет. Сделай из книги парашют. Но я ее еще не дочитала. Тогда придумай что-нибудь сама. Только поторопись, иначе улетим в космос. Я открываю, и мы сразу прыгаем. Возьми меня за руку и держи крепко. Договорились. Вперед. Раз. Два. Три. Ты злой, холодный, жестокий человек. Но без тебя я не смогу жить дальше. Агент Лист, ответьте. Задание выполнено. Уничтожили Идзин? Уничтожили. Задание выполнено. Да! Ура! Есть! Благодарю за отличную службу, агент Лист. Высылаю отряд спасения. Принято.
Поздравляю. Отличная работа. Благодарю. Позаботься о моей младшей сестре. Нэнси. Говорит Джокер. Юмико слушает. Привет. Сколько лет, сколько зим? Как работа? Хорошо. Уже закончилось. Я давно хотела тебя спросить. Где сейчас Нэнси? В тюремном госпитале. От недостатка кислорода она частично потеряла память. Она поправится? Сейчас, пока проходит курс интенсивной терапии, сложно сказать. По-моему, сейчас она счастлива. Если она полностью выздоровеет, ее ждет только суд. А можно ее навестить? Добрый день. Разреши мне на минутку. Какая прелесть! Подруга твоей старшей сестры. А у меня есть сестра? Да, была. Она сильная и добрая. И еще она героически спасла мир от гибели.